Мы продолжаем выпуск. На вечере профессионального бокса в Алматы наш земляк Камшыбек Конкабаев одержал свою 4-ю победу на профи-ринге. В поединке за титул чемпиона WBA кызылординец встретился с британцем Уордом. Со стартового гонга Камшыбек занял центр ринга и теснил соперника канатом. Развязка наступила в 7-м раунде, когда Уорд получил рассечение и бой пришлось остановить. В итоге победу единогласным решением одержал Конкабаев. Отметим, что для бронзового призера Олимпийских игр в Токио это первый после Олимпиады бой. Теперь в его активе 4 победы и в 4 боях на профи-ринге. Для Уорда это поражение стало вторым в карьере при 13 победах.